В наше время мы видим удивительно прагматичное, я бы так сказал, потребительское отношение к чуду. Мы видим, что на теме чудес очень много людей пытается заработать. Очень много людей, которые пытаются называть себя целителями и говорят, что они в состоянии творить чудеса. Чисто практическая цель. Когда мы были на приеме у экзарха Белоруссии митрополита Филарета, он особо подчеркнул, что с этой чудоманией рождается какой-то элемент парацеркви. Вот сноха, она... Так говорит, Павел Васильевич, у нас икона постоянно мироточит. Ну и что? Ну, мы собираемся, ахахах, подходит отец Александр, ну, пускай мироточит, пальцем снимет масло, лом нам помажет, ну, идите, говорит, все в порядке. Вот реакция просвещенного церковного священника. Конечно, чудо, конечно, все хорошо, но не надо зацикливаться.